Всем Дим, добрый, здравствуйте. Маленькое включение. Здесь, как говорится, были мимо, поснимать решили. Сегодня 19 марта. Тепло у нас. Плюс 18 вчера. Плюс вообще 20 было. Вот стоим между автовокзалом и сахзаводом. Да, вот этот промежуточек раньше был. Напротив Красная Звезда, да, поселок. Вот здесь вот. Вон горы, если вы видите. Это в сторону сахзавода как ехать. Там речка будет Талас течь. Ну, вот решил такое здесь маленькое видео снять, поснимать, что у нас здесь есть. Вон в ту сторону у нас автовокзал. Район автовокзала. Вот здесь вот построили такую площадь маленькую. Как бы мемориал. Здесь на этом пустыре, если кто знает, ориентируется, вот здесь вот такое сооружение построили, мемориалчик. И сзади у нас центр онкологии, да, областной. Большая больница построена. Ну, я сзади зайду, потом покажу. Сегодня пасмурно у нас. На завтра дожди обещают. Поэтому... Ну, весна уже в полном разгаре. Уже снега не будет. Качелей этих не будет. Я думаю, и деревьям хорошо. Чтоб сад зацвел хорошо. Урожай был. Сегодня хмарно. Так, сейчас почитаем, что там обозначает. Вот такой вид здесь. Можно на горы посмотреть. Горы сегодня плохо видать. Если мы вот так даже приблизим, их не видать. Просто очертания гор. Ну, деревья вот здесь вокруг посадили молодые. Они, по-моему, в том году посажены были. Такая роща, чтобы здесь была. Ну, в планах, я так, если не ошибаюсь, ранее было в планах, но это очень давно, построить здесь 14-й микрорайон, по-моему. Ну, что-то как бы эти планы никак не реализуются. Либо они изменились. Вот здесь построили вот такой центр онкологии. Вот он, отсюда вот сверху поснимаем. Это сюда переехали врачи, ну, было вот это на Кенина Азербаева, по-моему, улица. Там был областной онкологический центр. По-моему, да. Да-да, оттуда. Если я не ошибаюсь. Здесь вот приемный покой есть. Вот прямо где надписи. Вот здесь. Здесь это как в виде поликлиника. На обследование люди ходят. Кто на учете. Приходит, обследуется. Здесь для мобильных, как маломобильных граждан тоже. Есть пандусы, есть, предоставляется, если ты на обследование приехал, коляску могут дать. Берешь коляску, заезжаешь туда, смотришь и назад. Так, ну вот, такие горы. Это сахзавод впереди и река Талас там.
Вот такой маленький обзорчик. Наконец-то пора, наверное, настанет выезда на природу. Я думаю, что погода не подкачает нас на праздник Наурыз. Наурыз — это такой весенний хороший праздник. И погода бы давала нам, как говорится, настроение еще такое весеннее, чтобы выехать, посмотреть. Говорят, уже в Беркарух кто-то ездил, первые тюльпанчики там какие-то расцвели. Я их постараюсь вложить в сообщество, там как фотографию. Ну вот, вложим. Ну, время и возможность позволить, значит, поедем на природу. Природу поснимаем. Такие вот сад. Что там за деревья, интересно, посадили? О, скворцы летают. Газон здесь есть, в принципе, нормальный. Деревья вот если вырастут, тоже красота будет. Зелень никогда не помешает, особенно деревья. Класс. Ясно. Ну вот, короткое видео. Маленькое. На несколько минут. Такой обзор вот в этом районе. Между автовокзалом и сагзаводом. Всего-всего доброго всем. Комментируйте видео, подсказывайте. Может, кто, ну, есть, знает что-то информационно, дополняйте в комментариях. Всего доброго, спасибо, что смотрите.